Следующая участница Бактыгуль Онгарова приехала из солнечного города Актау. Чтобы испытать судьбу, ей пришлось преодолеть 3000 километров. Сделать это было сложно, но совсем не потому, что Бактыгуль пришлось ехать издалека. Муж сначала испугался. Ну как испугался, в плане, там же молодые все. Когда я маме сказала про X-Factor, это единственный человек, который сказал: доченька, у тебя все получится. Ты выиграешь. У тебя все получится. Ты у меня молодец. Я в тебя верю. Я говорю, только ради этих слов я поеду на тур. Угу. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Бахтыгуль. Я из города Актау. Сколько вам лет? Мне 50 лет. Что? Вы серьезно? Паспорт покажите. Хорошо, покажу. Прекрасно выглядит. Вы Спасибо. Выглядите просто превосходно. А чем занимаетесь? Я работаю в областной филармонии администратором камерного оркестра. Ну и пою еще совместно. Потом я работаю, у меня вторая работа в салоне красоты. Я дамский мастер, визажист. А, поэтому так хорошо выглядит. А чем будете удивлять сегодня? А сегодня я приготовила песню «Эхо любви». Давайте петь. Давайте. Покроется небо пылинками звезд, и выгнутся ветви упруга. Тебя я услышу за тысячу верст. Мы эхо, мы долгое эхо друг друга. Мы эхо, мы долгое эхо друг друга. И даже в краю наползающей тьмы, за гранью смертельного круга, я знаю, с тобой не расстанемся мы. Мы память, мы память, мы звездная память друг друга. Мы память, мы память. Звездная память друг друга. Спасибо огромное, Бахтыгуль. Во-первых, Бахтыгуль, забудьте про свой возраст. Это я всегда делаю так. Мантра каждое утро просыпаюсь и говорю: нет, мне не столько лет, не столько лет. Забудьте свой возраст, потому что у вас есть все данные для того, чтобы стать успешной певицей. Ну, Бахтыгуль... Ну, в любом случае, помимо того, что есть артистические данные, ну, надо же еще голос показать свой. Да. Поэтому мне, собственно говоря, это, ну, не зацепило, не захватило, не восхитило. Хотя абсолютно вот у меня сценическая внешность и хорошие такие артистические данные. Сама ты очень красивая, очень интересная, но не хватило мне вот этого мощи. А я могу сказать, что меня зацепило. Никогда не питал прям огромнейшей глобальной любви к этой песне. Относился всегда с уважением. Но сегодня в вашем исполнении она мне очень понравилась. Это прекрасно. Спасибо. Спасибо. Я говорю вам... Да! Я говорю вам да. А я скажу. Да. Ура! У вас три да, и вы проходите Спасибо следующий вам тур. Хорошо, что вы пришли. Рыбку с Октавы привезли.
Спасибо. Увидимся в следующем туре. Спасибо. Спасибо вам, поздравляем. Каш, убегай после. Ой, мама, я прошла. Молодец, поздравляю тебя, Жанна. Вот, я же сказала, что я ради тебя выиграю. Ради твоих слов. Я тебя люблю, мама.